Да. Да, меня никто не слышит, точнее, только ты. Так, на кого же мы попали? Фирин ДТЛ и 2ДТ. 2ДТ. Опасные ребята. Сколько у них чертей? Много. Много у них чертей. Очень много. Стрелковый у них нету. Ничего у них нету. Пу-пу-пу-пу-пу. Значит, делишь искусок на 3 стека, а прыгуна отделяешь пятерочку. Вот. Или на 2 стека. Лучше на 3. Заберут по-любому моих. Важно, ну как в тот раз, важно просто высосать все по максималке. Высосать все возможное и невозможное. Если мы это сделаем, то бонусы наши. Если мы этого не сделаем, то бонусы не наши. Вот. Бой сложный, в принципе, потому что могут очень хорошо порушить меня и все такое. Ты расставил, да? Случайка, не случайка? Нет, прыгуна основного вниз, пониже ко мне. Его убьют, конечно. Ну, ты должен быть готовым, что пещерка твоя стоит в дефе. Искуски высекают у них всю ману до победного. Потом мы убиваем чертей. Просто готовься, что я буду убивать тебя. Вот. Тебя. А ты своим телом бравым должен защитить искусительниц. Вот. Просто готовься, больше ничего. Слушай, если я буду убивать тебя, я могу, в принципе, птицу сразу отдать. Хотя, фиг знает. Вот. Они парни смелые, крутые. Они поделили. Зачем они это сделали? А, о, смотри, 64. О, это он не подумавши сделал. Это он в 36. Огра, что ли, захотел переманить? Или коня на очень долго? А прыгуна не так поставил. Нужно было на клеточку вниз. Смотри, если ты выйдешь и обгоняешь 36 после вейта, это хорошо. Если не обгоняешь после вейта 36, это не очень хорошо. Обгоняешь, тогда выйти. Так мы сэкономим искушение на тебе. Оно будет меньше работать. Выйти сначала. Ну, здесь, конечно, у тебя сейчас манки пожрут хорошо. Очень хорошо пожрут. Но это только один раз. Потом все мы у них забираем. Забираем все в нашу кару, в дебафы, в пещерку твою. Вот, конь. Конь — это хорошо. Конь вышел прямо под мою птицу и моего кабана. А, коня-то я приму как раз. Да, буду рашить. Мне резона не... Вот, черта заберем, отлично. Я буду рашить. А здесь чего плохо? Посмотри внимательно. У тебя забирают... Наши искусительницы опоздали. А почему? А потому что у нее, наверное, какая-то гильдия хорошо прокачанная. Гильдия воров. Да нет, это не поэтому. Это просто начальный разброс не в нашу пользу чуть-чуть.
чуть-чуть не в нашу пользу. Ты делаешь шаг вверх и закрываешь 12. Шаг вверх, закрыл 12. От прыжка. От прыжка закрыл 12. А я, будучи бравым рашером, пойду убиваться. Вот. Если мы их очень быстро, качественно осушим, то в принципе они нам не так страшны будут. А если мы их не осушим, значит не осушим. И убиваю кабана рыбного. Очень плохо, что твоя искусительница находится в открытой зоне. Но первый не первый, просто мы теряем... Да нет, в принципе, почему? Он чертей ведь разделил на 2 стека. Ты нормально, вот, прыгуна забрал. 36 причем, да? Он забрал намного. На 1,6 хода. Ну, то есть ты сходишься 2 раза всего. Но сильно сходишься. Сходишься довольно-таки сильно. Это неплохо. Теперь у него осталось 2 искушения. Он забирает птицу, кабана или коня. Чего ты? Да не переживай ты так. Нам главное забрать правильно 64. Остальных я вырежу. Понятно, да? Я зачем туда вперед побежал? Чтобы, если что, я смог кого-нибудь из мелких... Вот, коня. Почему коня? Потому что конь пугает. Конь всегда всех пугает. Вот, мы этого заберем для крови. И чтобы ответочку не снял. Вот. И он сейчас полетит. А у него выбор, либо лететь в 12, я бы в 12 полетел. Но хотя это бестолково, потому что прыгун, дефер, много не снесет. На кого? На этого, да. И гоп. Сколько я убил? Немного я убил, всего 54. Но ты жив? Ты жив. И он прыгнул под общий дебаф. Убил 2. Ничего страшного. Это нормально. Коня-то твоего убить никто не будет. Теперь ты смело кидаешь на самый низ. Проклятие. На самый низ всем проклятие. Там очень много прыгунов. Кони, черти. Вот. Чего? Да не переживай ты, жесть. Ну и что, это нормально. Мы всегда так же делали. А когда, точнее, всегда этого боялись, когда играли с Саяном, у него были големы на 13 или на 14 уровне эти, стальные. Вот, а у них, они мощные, он же бырбомаг был. Вот. И у нас всегда было это, он прятал своего голема подальше. Мы всегда големы и прыгуна ставили очень далеко, чтобы прыгун переманенный не летел на голема. Потому что голем просто его, вот представь, 100 прыгунов с удара падают от голема. Просто хоп, и нет 100 прыгунов. Так, черта. Да, первую черта берешь вот в 28, который переманен. Нет. Сейчас ты берешь 28. Сейчас берешь 28. Вот который, да, который этот. Потому что он сморалил. Нам важно, чтобы у них маны было очень-очень мало. У них, смотри ее сколько. Ой, как много. 2,9 хода. Это хорошо. Главное, чтобы черти были незамедленные. Тогда они будут работать в полную силу. Нас-то они уже не осушают. Вот. Ну, а чем я тебе хуже? Видишь, я их уже тут припахал. А значит, вот этим берешь нижних 24. Нижних 24 берешь. Почему? Потому что вот твою 12 по-любому кто-то треснет. Ну, например, твой же прыгун. Так, ты у нас жди.
ты пригодишься. Потом пригодишься. Коня намного, кстати, взяли? Всего на 1-3. Ну, тоже, наверное, на 2 хода получится. Потому что инициатива 18. Ну, просто 18 умножаем на 1,3. Получается... Сколько получается 18 на 1,3? 18 на 13 это 180 плюс... Но там все равно больше 2, то есть 2 по 10. 2 по 10 это 2 хода героя. Замедлить были его... Беру 64. Кого? А коня замедлить? Ну не замедлить. Да, 64 сейчас хватаешь спокойно. Хватаешь 64. Ненадолго, конечно, но все-таки. На 1,7. Нормально. Вот, а теперь ребята у нас получают бонусы от своих же чертяк. Фишка в том, что пока твой конь переманенный, в принципе, его стараются не дебафать. И он остается без дебафа. Потом с карой ты сам помнишь, как он будет рассекать. Их надо будет только замедлить. Вот. Даже мой огр порушенный... Ну как порушенный? На меня дебафы не так сильно работают, как на них. Да? Ты сам помнишь, у меня 36% я блокирую любой дебаф за счет перков, которые взял. Да, кстати, кто перки не видел, у нас сопротивление магии, магическое сопротивление. Два волшебных перка. Суммируется там по волшебной формуле. Каждый дает в отдельности по 20. Но если их взять вместе, то будет только 36%. Но это неплохо. 1/3 от дебафа. То есть, допустим, если меня хотят порушить на 9 защиты, к примеру, да, то 1/3 я спокойно блокирую. И меня рушат всего лишь на 6, а не на 9. Ну, вы увидите, я вам покажу разницу в замедлении. Ну, вот даже. Вот меня замедлили... Не на 46%, как бы медлить ДТ, а всего на 30%. Это большой плюс. Что здесь я делаю? Чтобы мне такого сообразить интересного. Я, наверное, потихонечку просто буду рушить прыгуна, потому что он очень мне мешает. Их много, они толстые. А, ты уже показал? Ну ладно, ничего страшного, я тоже так. А, мой экран не видно же, точно, я и забыл. Ты же своим показываешь. Так, птицу. О, паника, паника. Птицу рушат. Ну да. Много у них. У них довольно-таки много. Накачали они первый ход очень много. Порушен я буду очень хорошо. Да, в принципе, это ничего страшного. Вот они его рушат, 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 рушат. У нас также есть рушило, и такая же есть пещерка. Только у нее маны много, побольше будет, наверное. Нет, не больше, но будет. Так, что мы делаем? Выходить. Идти, не идти. Вот в чем вопрос. Если я выйду... А, ну, что под коня? А кто мне ответ снимет? Кто с меня снимет ответ? Кто-то снимет, кто-то прыгнет, да? Не очень хорошо. Но пока на мне дебафа нету. Стоять, ждать, копить дебафы на себе? Не, я, наверное, все-таки пробегусь. Кару вот ему кину. Какого коня? Твой не добегает до меня. Потом я сейчас закроюсь чем-нибудь. В куче нельзя стоять. Если мы стоим в куче, то они тратят масс дебаф на всех сразу. А тут огр вышел, и он уже не в куче. На него уже дебаф нужно терять. Либо ход, либо масс проходит только на одного. Вот. Ну, на кого он может? Клеточки посчитаем. Огр, раз, два, три, четыре, пять. Ну, кабана еще зацепит. Ну, фиг с ним. Зато птица не будет зацеплена. Так, ты у нас... А, спокойно рушь вон прыгуна. Прыгуна рушь. Или 9 коней, без разницы, если он будет бить. Так, что у них там с манной?
Высасываем? Вроде высасываем. Вроде неплохо высасываем. Главное поймать последний ход, чтобы убить этих чертей, и они нам не навредили. Но пока у нас нормально, ман. 50. Что, птицу пытается пробить? Пусть пытается. Бесполезно. Так, ответку, наверное, хочет кем-то снять. Или забыв кинуть, чтобы можно было бить огра без ущерба для здоровья. Вот. Так. Что там? А, убиваешься от меня. Хорошо. Подмаз дебаф встает. Сейчас конь и кабан попадают либо под ружку, либо еще под что-то. 0,9 осталось. Ну, конь еще сходит один ход. Связка опасная, но главное выудить у них больше маны. Да, кстати, у огра есть такая штука волшебная. Если он набирает 500, если мне память не изменяет, 500 крови, сколько он у него нанес? О, старшие демоны нанесли 4 повреждения. Веселые ребята. Если у меня огр набирает 500 крови, то у него получается плюс 5 атаки, плюс 5 защиты. И вот эти 5 защиты, которые плюсом, уже никогда порушить нельзя, пока 500 крови есть. А, нет, ты кидаешь туда масс-слабость на всю эту шушеру, чтобы она не представляла для огра и для кого-то еще никакой опасности. Просто масс-слабость. По-моему, цепляешь вообще всех абсолютно. А на прыгуна переднего не попадал? А чё ты не попал-то? Ты попадал. Вот 64, которые половинены. Ну ладно, не суть. Пропустил. Повнимательнее. Здесь, кстати, это, ну, конечно, пока не критично, но все-таки. Подожди, а он что, не переманил кого-то? Сколько было искушений? 2 только, да? Кого-то не манил? Я пропустил. 3? А с кого спал тогда? Прыгун, еще один ход, контроль. Кого он искушал, что спало? На коне есть. Вроде никого еще, да? Сейчас, наверное, хочет. Птица. На птице тоже было? Не было на птице искушений, чего-то. Сейчас, подожди, давай посмотрим чат, пока они там думают. По-моему, было только 2 искушения. Третьего еще не было. Наверное, выждал. Да, вот, птицу забрал. Хитрожопый, да? Но она находится под замедлением. Сходит ровно 2 хода. Чего? 2. 9-4, 9-4. 2,8. Так. 9,4 плюс 9,4. Это получается 18,8. А гипноз на 2,1. Сходится ровно 2 хода. Так, вот огра замедлили. Замедлили мы его красивого. Чем больше он бьет, тем больше мне крови. Ну, конечно, если не по огру. Вот они рушат всех. Рушат. Кабана. Но кабану не больно. Кабан боль не чувствует. Так, на этом прокле есть. На этом прокле есть. Вот 36 я, наверное, все-таки... Мы там медлить не будем, а я замедлю ее. Все-таки я вот здесь вот ее замедлю. 10 ходов. Потом, когда она выйдет из... потеряет все свои волшебные свойства, она нам может пригодиться. Так, кому еще дать кару? Здесь кара есть. Кому-то еще давать пока опасно. Пока опасно, мы закроем прыгуна.
от бдительной птахи. Слабость. Слабость кинем. А, на нем уже висит слабость, туда не нужна слабость. Но мы тогда проще сделаем и слабость вот сюда дадим. На пещерку, потому что она у нас будет в фокусе, наверное. Огр туда пойдет. Огр не пойдет наверх, огр пойдет прямо. Он будет просто идти и рубить всех на своем пути. Ну, кроме чертей пока. Вот. Кабан терпит. Что он и должен делать. А мы пока высасываем. Так, верхний черт сходит еще только один раз. Это плохо. В общем, после хода верхнего черта, после, его надо обязательно замедлить. Обязательно. Подожди, а кого птицы сейчас стукнут? Что-то я не видел. Уроки получают 100 крови, принесли. А, убили 4 кабана. Не страшно. Угу. Нет, не страшно. Пойду-ка я циклопу вперед. Напрямую. Да нет, а смысл их бить? Искушение уже заканчивается. Смысла нету. Понимаешь? Искушение-то заканчивается. Вот. Сейчас он добьет прыгуна твоего. Полностью. Так что готовься. Не будет его у тебя. Ты сам знаешь, куда он полетит, да? Ой, какая сильная. Ой, напугали. Да, пока кабан. Вот она сила 36 искусительниц. Кабана берет на все ходы берут. И просто убиваются. Можно было, конечно, сидеть там где-то в углу. Нам помогают. Чем нам помогают? А тем, что сбивают гипноз с нас. Нам не дают ходить. Вот они, сила. Сила к нам идет. Так, наш конь. Наш конь незамедленный. И он сейчас будет ходить. Докуда ты допрыгиваешь, скажи мне, друг любезный. А, да, сделай шаг вниз, если птица вдруг... Но она наверняка не будет. Не, не надо, вниз шаг сделай, пригодится. В общем, нам пофигу на чертей. Наша задача побольше высосать у них, потому что все, что мы высосим в своих пещерах и в свои бафы, а не в их. Вот, и когда у тебя кончится, у меня останутся еще бафы, дебафы точнее, на гобах. Сейчас что кидаем? Сейчас кидаем рушку на всю шушеру, которая вот в центре. Просто рушим. 64 этих, 7 коней, 105, 9, 18. Вот все, вот это рушим. Скидываем как можно больше маны. И высасываем. Я тоже порушу, если вы не против. Тебя, наверное, надо было замедлить. Ну ладно. На них проклятие, они много не выдадут. А если они подлетят, то здесь мы все их начнем принимать. Чем больше куча рядом с нами, тем нам проще. Кого они рушат? Огры, маги, кабаны. Достают, что ли? Да, птицы достали. И роки достали. Блин, и рок достали. Да, нехорошо, не повезло. Тяжело с ними, тяжело. Да ничего.
не таких убивали. Должны. Не обязаны. Сейчас пофигу на все, нужно просто кинуть замедление. Руш 105. 105, руш. Чтоб он просто ложился. Он прыгнет, они все прыгнут. У меня останется 30 огров. Но, как помнишь, я с 30 ограми бегал, когда был дебафером. Не с 40, да, а с 30. И они вполне уверенно себя чувствовали. Вот. Сюда. О! Сила. И это сила. Так, у нас... 0,3 хода у черта. 68. Он успеет сходить, как думаешь? Я просто пока не сильно ориентируюсь. Этот незамедленный. Давай я сам его пока помедлю. А вот этот у нас. Этот еще 1,7 хода. Этот 1,5 хода. Будет высасывать, высасывать. В общем, нам нужно сейчас быстро ликвидировать 64. Очень быстро. Каким-то образом. Этим жди. Или дай ответ с 98. Только не убивайся. Просто подойди и стукни. Он не убьет, не должен, по крайней мере. Может, конечно, убьет, но маловероятно. Да, не убил. Он слабый для этого. Не для этого он создан. Пещерку 1-0, 24. Но я могу убить 3-8 коней. И мне нужно встать так, чтобы потом дойти до кого-то там. Ну, я пошел кровь собирать. 7, хорошо, сразу коня уже нет практически. Подходи к 28. Подходи к 28. И бей 7. Вот. Подойди к 28 и бей 7. Должен испугаться, наверное. Не, не испугался, ну и фиг с ним. Чего круто? Как ударил-то? Ну он уж порушенный. Плюс я с Карой. А у них все паника кабана. Это кабана паник. Так, я пока буду дебафать то, что. Сейчас, подожди, я посмотрю, что с 64 у нас. 64.02. Слушай, есть вероятность, что он успеет сходить, потому что там идут одни инициативные. Будем рисковать или не будем? Давай рискнем, наверное, да? Как думаешь? Но он много высосет, если мы не успеем. В общем, медли пока. Вот. А что тебе здесь медлить? Да, медли. Вот 97.62. 64 можно не медлить. Медли их. У них маны еще много. Но это не суть, им уже атаковать-то нечем. У них только стрелковые остались, если ты видишь, да? Одни стрелки, в принципе. А стрелки, стрелы кончились и все упали. Но. Вот, смотри, он экономит ману. Он сейчас только по одной замедляет. Немного, а по одной. Чтобы огр, допустим, потом был всегда под замедлением. Но ничего, мы это выжмем. А этот нет, этот рушит. Вас руш. Броня 20 тоже нормально. Чего? Эти черти высасывают все. По 28 они 64 не ходят. Ну, видишь, не получилось.
Не угадаешь. Ну сколько он у тебя сейчас живет? 15 и еще 10 останется, да? Ничего страшного. А, конем просто сейчас его будешь убивать и все. Сейчас просто будешь конем убивать и его. Эти все, огр пытаются тут что-то сделать. Пещерка рушит всего по 3. Не по 5, а по 3. Ну, тоже сильно, конечно, сильно. Но не так критично. Минус конь. Да все для крови, все для крови. Только для крови все убиваем. Будет кровь, будем жить. Не будет крови, жить не будем. Ты высасываешь. Сколько еще ходов? 0,9. Хорошо. А у тебя сколько осталось маны? 9. Масс замедления. Масс замедления. Только не зацепи 36. Хорошо? Вот, медли всех вверху, только 36 не зацепи. Они очень важны. На них, чего? 64-2-2. 64-2-2 замедляй. Маны я видел, я сколько. Зачем не замедлять эту? Просто здесь я и так медли кинул на... Ну, конечно, она послабже, но она на подольше. И сейчас вот я просто... Коня бить не будем. Искусство нас будет просто расстреливать. Но что делать? Сделать ничего нельзя. Поэтому мы имеем то, что имеем. Еще по разу ты высосишь, да ведь? Да, высосишь еще по разу. Я знаю, что у них мало маны. А вот у меня в глобах еще есть манна. И много. И вот именно этот дебаф будет решать наверняка. Скидывать буду. Да пусть скидывают. Жуткий кабан. Да, конем пили чертей, только пили из клетки... По диагонали от искуски. К стене не прислоняйся. Конем все стандартно. Огру будет больно. Да. Огр... Вот видите, смотри. А, это даже на первом уровне крови. Не как я говорил, что на втором или третьем. Ну нифига себе. Вот я тоже там все вроде отменились. А у меня все отменились. Да вот так-то. Один заболел, вторая не может, перепутала день. А не ушли? Ну я, конечно, о чем здесь? Покушали? Не знаю. Так, что тебе делать? Подожди, да у тебя реально что-нибудь вообще. А кто не может? А Андрей заболел, а мы, короче, всех перенесли на субботу. У меня будет с самого утра до самого вечера, короче. Алена сказала, что Андрей перепутал. Да, день перепутала. Так. Нет, у меня сейчас один дома, потом я ухожу. Я же еще Артура говорила. Да? Руж 36 вверху. Да нет, 36 вверху руж. Че заканчивать? Вот это вот заканчивать. Ну вот, блин, так разве честно? Сон, ты не зайка.
Слушай, а может мне туда переехать? Чтоб я тебе не мешал. Не наглей. Ну что не наглей-то? Смотри, что стоит, я тебе говорю, смотри. Да нормально все. Ничего нормального. Ну только проснулся. Беды нету. Вот. Хорошо. Гипноз еще раз будет. И конем его убьешь 28. Да нет. Так же продолжай 28 бить. Или шаг вверх сделай. Шаг вверх сделай. Сейчас у них осталась сильная стрелковая. Но ее можно ликвидировать, потому что у меня есть птица с переносом. Если убить черта, то можно перенести. Ничего не осталось, да? У тебя ничего не осталось. А, слушай, бей 5 пещер внизу. Они могут очень много нам помешать. 5 пещер внизу бей. А высасывай, пока не торопись. Давай посмотрим, чего у них там есть вообще. 7 есть. 3 есть. Ну вот у верхнего высасывать нечего, да? Сейчас посмотрим, как они сходят. Если у них ничего высасывать нету, да? То мы просто... У этого все, у него нету ничего. А мы, короче, не высасываем. Вот. А мы открываем искуску. А верхним делаем шаг вниз и даем ответ с 18. Понятно, да? Просто делаешь шаг вниз. И даешь ответ с 18. Хорошо. Так, надо подумать, кого. Так, я перетащу огра в ту дырочку. Угу. Это замечательно. Значит, этого я сюда поставлю. А прыгуном выпрыгиваешь? А встаешь над пещеркой? Нет, перед пещеркой встаешь и бьешь по ней. Прям перед. А стреляешь с прямой вон в этих прыгунов. С прямой в прыгунчик. Да, у тебя хорошо там должно получаться. Ты у нас парень бравый. Ты заслуживаешь кары. Да? Ты же кары заслужил за хорошее поведение. Вот, получил кару награду. Всем бравым ребятам кара полагается. У огры 26 маны. Он всем даст. Навсегда. Он просто будет стоять и кастовать эту кару. Вот. Много у пещерок маны? Много. Да, я отменил его еще перед всеми занятиями. Я когда шел после тебя, да? Я позвонил сразу и отменил. Мама там поблагодарила за все, туда-сюда там. Ну, поняла, да? Вот. Героями валим нижнюю пещерку. Толстый засранка. Просто так не пробить. 24. Я ж тебе сказал, ты просто встаешь на клетку
примеру, 10-14, чтобы он не дошел до Огра. А, ну хотя просто встаешь, да, на клетку 10-14 и бьешь пещерку, снимаешь ответ. И я подхожу большим своим телом. Они, видишь, там развлекаются пока, им нравится. Кабанов задорит. Вот. Нормально. Теперь мы добиваем вот сюда героями. И я убиваю одну. Так вот, ботик минус один. И птица у нас летит и блочит. Хоп, переносом. И все, никто не стреляет. Огр спасен. Все спасены, все счастливы. Циклоп стоит на прямой. Все балдеют. Манны у нас нету? Нету, сосать нечего. А в принципе, ты можешь конем сейчас сделать шаг вниз и бить уже 17. Уйдешь с прямой и 36, который. Она очень опасная. В принципе, можешь даже не бить 17, можно убить 23. Они ответки снимают. Видишь, он не стал атаковать. Но это его проблема. Вот они что делают. Нам проще. Он хочет убиться. Ну, больно, я не спорю. Убьет 3, наверное, или 4. Хотя нет, 3, наверное, только убьет. Сильно тебя парашют? Да нет, не сильно. У тебя анти. Разброс все-таки. Ну, хотя с прямой 3 или 4 унесет. Если не будет дураком. Дурак. Все ясно. Диагноз поставлен верно. Это пещеркой. Иди вниз. Вниз иди пещеркой. Вниз иди пещеркой. Угу. А кабаном на клетку. Кабаном на клетку. 3-9. Перекрываем ходы коню, конечно. Ну, не сильно, но перекрываем все-таки. Удобство в маневрировании не такое большое. Мне прыгуны все-таки не так страшны, как... на них эти слабость, там проклятие. Ну, не знаю, не боюсь я их что-то так сильно. Потому что с крови я не так сильно буду бить, чем стрелковые. Они бьют без ответа, бьют больно, когда крови нет. Вот они что хотят. Крови напиться. Пускай. А вставай прямо под 17 и бей. Под 17. Да. Главное не забывать, что у нас еще птицы с удачей. 5 штук, но все-таки. Замедление 1,5 хода. И пещера целая, нерушенная. Очень сильная. Кого рушит? А, все, паника на эту. 17, да. Сильно будет прилетать, конечно, сильно. Но сам помнишь, сколько здоровья там. Ох, как ты ее приложил. Этого, пещеру.
Смотри, вспомнили про птицу. Пока-пока. Восемьдесят с прямой. Потом, прямо сейчас можем. Че потом? Зачем ждать? Даже кривой стреляй 80. О! Это жертва Когра пришла. Аня не успевает. Обогнал. Ну ладно. Что, Леша, мне ничего не будет? Где? Сюда. Домой? Да. Надо переехать. Не. Да нет. Не, вообще ужасно. Угу. Да. Я даже не представляю маму в этом. Да, конечно, я для тебя и снял ответ. Да пускай летит, без разницы стоит вообще. Стоит вообще за телефон, без камня, без ночи. Да? Он так же, как и ты, убьется, если прыгнет на меня, без ответа. Абсолютно так же. Конем чертей убивай. 17. Ну да, да, это вот не морально. Сейчас смотри, прыгнет на Огра, не убьется. Двоих, наверное, убьет. Замедление еще один ход. Больше. Проклятие три хода. Нету больше. ХП-то у нас больше, в разы. Плюс стрелки не блочены. Вот здесь он думает, что делать. Ты там пещерку у себя разбирайся с этим прыгуном. Я тоже думаю о силе. Даже если у них стрелы кончатся, у нас здоровье будет в разы больше. Вот, птицу. Кровь мне качает. Все правильно. Мне ее не хватает.
Бей 61 с места. Твоя задача убить голубого. Вот этого 60 в 7. Сына, иди сюда. Ну иди сюда, сынок. Слушай, наложи ему кашки. Так, я ничего не пропустил. Ну, я скажу сильно. И таких выстрелов будет еще 3. То есть 6. А я не буду дураком. Пойду сюда. На тот пересек? На этот? Так, мне надо переехать, наверное. Я если что, я разберу, я помню. Сейчас заберем. Здравствуйте. Подтяни немного, если ты будешь сейчас ходить, я перееду в другое место. Главное мне сейчас не отключиться. Че, упрыгал куда-то? 37, стреляй постоянно, не напрягайся. Фокус 37. Он прыгает, за ним бегать не очень приятно. Так, и тут он пришел напрямую. Напрямую он пришел, и мы его берем в аккурат. Пещерку. Кар. Других вариантов нет. Конем 6. Да ладно, бедный. Вон там внизу стоит 1-4, его никак убить не могут. Че, бедный, у нее 2 выстрела осталось. Ну, убьет она еще 4-х, и все. Остальных-то бить будет. Остальных-то кто бить будет? Сейчас инициатива у меня еще будет. Он замедление спала. Прыгай на 21. Спереди, в смысле, к спине его. И к его, ну, под орка. Вот видишь, как у нас бил? Ходи. Да, сейчас заберу.
6 с места. Кушай, сын. Кушай, кушай, чего ты? А, пещера вниз. Подожди, достаешь такого? Не, 4 убивай. Иди 4 убей. Вперед 4, на помощь. Что я тебе зря кару что ли давал? Покажи все равно, что способен. Сейчас будете тягаться. Все, замедлений нету. Теперь я супергерой. Кого они? Коня все пугаются. А ты 20. 20 гноби. Гноби эту двадцатку. Вот как хорошо. Не, а зачем тебе по ним стрелять? Вот ты мне объясни. У тебя все просто замечательно. Ты убиваешь того, до кого я не добегу. Из куски у них сейчас выстрелы кончатся, и они сами к нам придут. Понимаешь? А вот та, она блокнутая. Очень хорошо заблоченная. Вот. Поэтому она никакой опасности вообще не представляет. Ну, убьют они сейчас твоего коня. И то это не сейчас, там, а неизвестно когда будет. Убьют они коня твоего. А 4 пещерки кто будет бить? Ты вообще нет дебафами. Тебе пофигу. Блин, жалко, я до этого не дохожу. Вот. Вот к искуске мне сейчас подходить опасно. Почему? Потому что она снимет с меня ответ и 54 ко мне прилетит. Поэтому я не буду подходить. Я вот здесь сделаю вот так. Хлоп, и убью. Вот. Теперь мы просто героями так колупаем. И ты прыгуном прыгнешь. Ну, я не думаю, что убьешь. Но, а вдруг? Там всего 13. 29, 24. Вдруг тебе повезет. Во всяком случае, героем добьешь 2. Вот, он нажал деф. Я снимаю ответ, и ты идешь к конем. Но конем, помнишь, как я тебя учил вставать, да? Конем встаешь по диагонали, чтобы огр дошел до нее. Да. Крупные стеки всегда встают по диагонали, чтобы не мешать мелким. В окружении. Кушай, сына, кушай. Вкусная кашка, сладкая. Ты чего? Опасные, ребята, опасные. Вот теперь стреляешь всеми. Всеми этот... Прыгай на 2. На 2 прыгуна прыгни. Героем добей. Героем добьешь. Конем 17. И все. Всеми стреляем по 47. 3 убил. Нормально, кстати, выложил. 234. Но все равно это ни о чем. Я убит сильнее на мой. О, конь разошелся. Тебе еще кару подкинуть? У меня еще маны много. Не любит коня, да? Это 45. Бей. Бей 45 и конем тоже 45 стукни. А нет, не достаешь. Там, не, там перекроешь. 45 бей пещеркой, конем продолжай 2-15. Если испугаешь, вообще быстро, тебе цены не будет. Голубого унесем, а дальше
Герои сами сделают все. Я пока выстрел тратить не буду, я буду просто рукой к вам шмастить. Здесь все просто и монотонно. Даже 15 огров сделают, выиграют этот бой. Даже 15. Искусство в ближнем бою ничего не делает. Все, и с кусками можешь идти на... Ну, у тебя по одному выстрелу, иди на прямую стрелу. Нет. Это, прыгай на этого, на 13. Прыгай, ответку снимешь спокойно. Ну, вот видишь, еще и осталось. Так, у кого тут у нас еще с кармой проблемы? Карающий удар нету. Коню, да? Сейчас дам коню. Конь у нас задорный. Конем прыгуна. Да прыгуна, зачем ее? Она блокнутая, просто этот может это отбежать там или еще куда-то. Бегать за ним не хочет. А один раз испугаешь, и его уже не будет. Иди напрямую вниз. Вниз, напрямую. Нет, к этим не подходи, не надо к ним идти. На них мы пойдем все вместе. А героям пещерку. Любую. Она сейчас выстрелит и сама к нам пойдет, понимаешь? Мы сами встанем напрямую. Сейчас нету смысла к ней идти. Мы просто толпой двинемся и все. Месси этого 13 в 7. Ну, в смысле, конем вон там, пещеркой. Не, пещеркой лучше бей нижнюю пещерку. Все, отстрелялась, красавица. А ложка тебе зачем? Кушай ложкой. Сколько у меня еще выстрелов? Один. Ну, давай вот я тебе сейчас шмяхну. Хорошо. Но. И этим тоже шмяхну. Хорошо. Иди нижнюю пещерку, калашмать. Героями ее тоже. Место занимай, проходов, чтобы не было. А здесь мы вот так вот. Оба. А ты прыгуна. Это на только по пещерке с прямой стреляешь? По пещерке с прямой? Нет? Странно. А наведи на 9-8 клетку. Это лицо пещерки. Прямая получается стрела? Да как, должна прямая там быть? Нет? Алло? Напиши что-нибудь. Клетка 9-8. Это вот лицо пещерки. А, ну ладно, жди тогда. Странно, должен с прямой быть. У тебя же по скорости... Теперь так, пошли.
Лех. И героем добиваем. И все в кровь, все в кровь. Этим тоже иди вниз по диагонали. Все, 4. Четыре месси. Искуску. Ну, смотри, вот когда наводишь по лицу с прямой, по попе кривой, а урон тот же самый, был. Нет, просто если сомневаешься, найди точку, которая с прямой стреляет, стреляй. И там будет по-любому прямая. Я точно не знаю, как там эта вся фигня работает, но, короче, прямая, она в Африке прямая. Просто делаешь прямую, и все. Навел на лицо, с прямой стрельнул. Я же знаю, что там прямая должна быть, как бы, да? Если прямая, стреляй. Нет, там не такой же урон. Он не будет отображаться такой же. На лицо наведи, как вот увидел значок прямой стрелы, стреляй. Хороший урон. По пещерке один. Героями. О, вот, не убил даже. Этой вон под орка иди. Я специально тебе загородил, чтобы он не подошел. Все, в наглую. Ну, я знаю, что там хорошо она. А ее же блокали, как она? Ее же блокали, она и не стреляла. А вон у четверки вообще 5 выстрелов. Только толку. Бей эту двойку. Сейчас пещерка супергероем себя почувствует. Кушать будешь? Кушай. Мясо по чуть-чуть. Вот, вот красавицы и вышли. Пока, герой. Оп, все, инициатива 11 у меня. Плюс 2. Параметры вообще веселые. Даже с броней 11 я могу бегать. Единичку. С лица только. Ага. Да, подальше. Секунду. Это по двойке. Наверх пещерка. Не убивай эту единицу. Наверх просто иди. Бодаться с этой, с 36. Да беги, там я убью ее сам. Да. Вниз беги, клетка 4-7, с руки 2 бей. 7-2 куча. А 36, держись подальше, я сейчас приду. Кстати, наведи на 36 и посмотри, дебафы до сих пор висят, которые я вешал в самом начале боя. Видишь, да? 95 здоровья у которой.
Вот. Вот зачем, короче, это делалось. Потому что твои спадут через 6, а мои висят по 11 ходов. Пусть они слабее, да, но все равно. Это 36 бей. Героями 36. Да, чего меня отвлекли здесь? Я что хотел сказать-то? А, вот если бы мы, помнишь, наш первоначальный билд через черте, если бы мы его взяли, то у нас бы ничего из этого не получилось. Вот именно в данном бою. Вот. Просто мы бы первыми остались без манны, и все. Плюс у нас прыгунов слили с первого же прыжка, то есть выхода вообще никакого не было. А тут ты даже успел откастовать практически все. И очень полезно сделал. Вот. А так бы у нас ничего не было. Но что бы мы успели накинуть? Слабость замедления. Это в лучшем случае. Сам видел. Они первый раз сос сделали. Второй раз сос, да? И все. И ничего не осталось у нас. Вот. Так. Значит, что сделаю? Конем проводите? Конем проводите? А нет, не надо. Бей. Бей по диагонали конем. Без разницы уж. Да нет, я это хотел. 36, чтоб ты это... пещерка без ответа. Ну бей, ладно, без разницы. Здесь уже автобой можно включать. Даже смотреть нечего. Сейчас Огр пойдет раздавать. Ну вон, ты сам просто бьешь четверкой. Смотри, с какой атакой. Ты ее сам зарубишь без проблем, без меня даже. Искуска мощная, но когда все порушены и у нее стрел много, а так без стрел урон половинится, получается просто 6, грубо говоря, из 6-13. Если она по максимуму будет бить всегда, у нее будет урон 6. Но это так. Юнит второго, третьего уровня, а не пятого. Выдаю 18 по максимуму. Все, вот и нет ее. Как там в песне появится? Вот он был, и вот его не стал. Слушай, ну можно, наверное, еще. Я думаю, меня здесь не очень убьют. Вот. Или ты спешишь? Спешишь, нет? Ну давай попробуй. Я бы на их месте все-таки, наверное. На их месте. Ну хотя нет, наверное, бы тоже убился Огром об эту. Был вариант украсть не Рока, или даже если украли Рока, то хотя бы бить искуску. Убить искуску, потому что на ней нету анти твоего, да, и это. Убить искуску, чтобы черти не манили много манны. Они ведь нас тоже очень хорошо порушили. Вот. Очень хорошо, да. Единственный у них косяк был, они сразу побежали убиваться прыгунами, находясь под дебафами. В принципе, им отсидеться немного, да? Слышь, Макс? Им отсидеться ведь немного, и все. Ну вот. Че, еще одну попробуем?